ребята. Эти скричеров. Да, вот они. Их нужно заметнуть диском, чтобы они трансформировались. Вот, теперь у нас еще один скричер, только теперь второго уровня. Это медведь Смоуки. Ну, пока что вот так вот. Интересно, какие тут диски? Есть один фиолетовый, голубой и розовый. Видите, вот он. И со скричером еще выпадает такая прикольная штука. Так вот выглядят диски. Это заслуживает лайка. Вчера немного колеса прорезиненные, поэтому он может ехать плавно, только вперед. Вчера в сторонку, сейчас у нас будет другая тема. Видите, это просто машинки? Ошибаетесь, это лего-трансформеры. Спрайм, Чет, Бамблби. И ему я не придумывал еще имя. Если у вас есть варианты, напишите в комментариях. Кстати, трансформируется. Остальные трансформируются примерно так же, но немного по-другому. Забыл сказать, что у нас еще есть дополнительное оружие. Например, у меня бластер. У меня мини-бластер. Смотрите. А у меня небольшое лезвие. Опа! Хопа-хопа! На этом мое видео подходит к концу. Всем пока-пока!